Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня поделиться вам своим рецептом приготовления сырного супа с шампиньонами. Рецепт простой. Значит, что нам понадобится? Кастрюля, 2 литра воды. Шампиньоны я взяла замороженные. Но мне понадобится где-то пол пачки, то есть где-то 200-250 грамм шампиньонов. А морковь я взяла, у меня была заморожена в морозилке. Значит, добавлю 1 кубик с грибным вкусом, как приправа. Зелени я не купила, но у меня есть сушеный укроп, тоже добавлю. 3 пачки вот таких сырков плавленных. 5 картофелин. Ну, таких средних я взяла. Лук репчатый и сливки. Нам надо будет немножко сливки. Шампиньоны. Сейчас мы это будем обжаривать. Итак, у нас все кипит, варится, картофель варится. И где морковь, шампиньоны, лук тоже у нас обжариваются. Уже все это уменьшилось. И надо как бы до золотистого цвета все это обжарить. А в картофель я добавила немного соли. Уже обжарилась. Сыр порезала на кубики. Добавляем его. Обязательно пробуем суп на соленость. Я вот попробовала и еще добавила немного соли. Ну все, наш супчик сварился. Ой, он так вкусно пахнет. Прям обалденно. Я еще добавила сушеного укропчика. Очень вкусно пахнет. Все, суп готов. Сейчас будем всей семьей ужинать. Мне очень нравится этот вкус, запах, вообще обалденный. Рекомендую попробовать. Сами видели, все ингредиенты простые, доступные. Всем приятного аппетита! Если вам понравилось мое видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!